Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня у меня день рождения. Но сначала я поставила тарелки, потом все, видите, собрала и только сделала вот так вот. На одной тарелке один салат, другой шуба, огурец и это самое. Потому что прибежит одна Таня. Таня прибежит, я не хотела ничего выставлять сюда, все это в больших... Все остальное я не замешивала, сделала вот, хотела в формочке, и оно взяло и развалилось. Вот этот салатик красиво лег, а этот взял и развалился. И шуба не получилось у меня, девочки, нарезать вот этими, как это, я говорила, роллами. Вот так вот она некрасиво получилась. Ну, ой. Ладно, как получилось, так получилось. Я же говорила, я не отмечаю день рождения. Но все равно что-то готовила. Вот, достала бутылочку. Вкусненькую так, все составлено просто так. Все здесь сбоку. Все. Сначала было все красиво убрано. А теперь вот такая вот ерунда. Курицу я, конечно, не запекала. Не знаю, что будет и как будет. Аришка сказала, что Костя работает до 12 ночи. Поэтому я вообще не знаю, как это, что будет. Курочку замариновала, запихнула ее в мешок, завязала и положила опять в холодильник. Когда я буду ее делать и что я буду делать? Я еще сейчас достану помидорки там сверху с таким сыром, с чесночком. Сейчас вот это вот достану еще, что у меня там еще приготовлено. А нарезка из сыра сейчас достану. Вот, решила, пока Тани нет, записать небольшое такое видео. Вот. Девочки мои дорогие, спасибо вам всем-всем за поздравления. Столько много поздравлений, столько много хороших пожеланий. Я просто счастлива. Вот. Все мне так. Я очень рада, что вы у меня все есть. И... Я довольна, довольна. Как бы то ни было, вот не получается у меня так вот с днем рождения. Вы знаете, что у меня всю жизнь вот так вот мой день рождения, потому что он перед Новым годом, все готовятся со своими родными встречаться. И у меня всегда вот так вот получалось. Еще когда у меня был второй муж, и мы дружили семьями со Славкой, и когда я их приглашала на день рождения, они мне всегда: «Ой, не знаем, придем мы или не придем». И я всегда была вот так вот в таком настроении, в такой прострации, готовить готовила и не знала, кто когда придет и что. Но всегда, всегда что-то в холодильнике вот так вот уже приготовлено. Вот. Нарезки эти сделала, все это запаковала под целлофановую пленочку. И вот так вот всегда вот это такое у меня... Вот такой у меня, вот такой день рождения. Ну, вот когда сейчас есть вы, то как-то меня это немножко так вот отвлекает от грустных мыслей. Спасибо вам всем огромное-огромное. Я сначала даже там отвечала, потом смотрю, что не получается, ставила уже сердечки, что я все-все-все-все читала. И огромнейшее-огромнейшее вам всем спасибо за ваши пожелания, за ваши добрые слова. Все замечательно. Дочка поздравила тоже в этом самом утром раненько. Подружка моя школьная тоже утром раненько. В общем, бесконечно шлепает этот самый телефон с поздравлениями. И от Люды, и от Светы. Не знаю, Люда придет или не придет, но я говорю, что я не отмечаю, но если кто хочет меня поздравить, тот приходит ко мне сам. Вот. Выпить есть что, закусить тоже есть чем. И я, девчонки, вас всегда жду в свой день рождения. Тук-тук. Вот уже и Таня пришла. Сейчас она будет... О, она мне уже показывает кулак, чтоб я ее не снимала. Ну, поэтому я вам и начала с вами общаться тут немножечко раньше и разговаривать с вами.
Не хочет она. Даже в мой день рождения не хочет мне такой подарок сделать, чтобы я ее сняла немножко. Вот, даже язык мне, по-моему, показала там. Там свет не включен, поэтому я видела, что она что-то так. А я, честно говоря, я тоже не наряжалась. Так вот, как готовила, так и хожу. Так и хожу. Поймала. Все, ушла. Поднимаем. Поднимаем. Так. Уберите, пожалуйста, камеру. Оно можно хоть на стаканчик? Так. Галя, да. Твое желание жить, ходить, хотеть далось за этот год немалой кровью. От всей души желаю не болеть. И будущие годы бытия наполнятся надеждой и любовью. Сама сочиняла? Ну, кто ж. Ух ты! Все. Ух ты! Днем рождения. Спасибо, моя дорогая, спасибо. Ай. Спасибо. Вот такой вот тортик мне сделала Ариша. Все сделано своими ручками. Посмотрите, какой красивый. А то я сейчас его разрежу, и все. И мы съедим. Поэтому быстренько вам показываю, и будем пить кофе с тортом. Так. Ну что, мои дорогие друзья, суматошный день закончился. Все, бегом, бегом. Сегодня как-то вот 2 дня. Вчера я целый день что-то готовила, варила, чистила. Сегодня день начался с того, что я начала нарезать. Я уже не помню, что я там снимала. Я сегодня что-то снимала кусочками. И когда Таня пришла, и когда дети приехали, но все кричали, все ругались, ни в коем случае нас не снимай. Ну вот, я у Ариши спросила, потом я у Кости спросила, я не медийный человек, не надо. Я говорю, ну, пофотографировать-то я вас могу, хотя бы для себя на фотографии. Ну да, это я их фотографировала. Но дети как-то вот, Костя на работе, второй день у него завал на работе. Знаете, как магазины заказывают продукты перед праздниками. Аришка говорит, вчера ушел утром, пришел в 12, только прибегал, только покушать. И сегодня, говорит, тоже ушел рано, сейчас приедет на обед, потом не знаю, говорит, не знаю, когда мы к тебе придем. Я говорю, ну сядьте на такси, с детьми приедете, а он уже может во время обеда ко мне. А она говорит, не знаю, как получится. Ну ладно, кур зафаршировала, в смысле обмазала там мешок за это самое... завязала и думаю, ну, позвонит мне потом я ее уже... И тут вдруг, через несколько минут, Ариша мне звонит. Костя сказал, через 20 минут я приеду за вами и поедем во время обеда, уже я вас завезу туда и побудете немножко. В общем, я говорю, а как же кура? Я говорю, она же не сготовится. Там была у меня курица 2 килограмма, такая большая, толстая, грудистая. Ну, быстрее давай. А тут еще и Таня мне позвонила с утра, говорит, я иду на рынок, может, тебе что-нибудь надо. Я говорю, Тань, мне ничего не надо, если только мороженое. Вот. И потом приходи, я говорю. Ну, я говорю, не знаю, когда приходи. Приходи, вот, сходишь на рынок и приходи, потому что когда ко мне дети приедут, я не знаю. Конечно, хотелось бы спокойно, чтобы все вместе сели, шампанское открыли. Ну, так вот не получается. Короче, Таня помогает. Я говорю, давай доставать с холодильника. Все, я уже приготовила, в салатнице все сложила. И это самое, целлофанчиком этой пленкой этой прикрыла, чтобы все было это готовое. Нарезала, нарезку сделала. Все это у меня готово. Только достать с холодильника. Но дело в том, что кура-то не готова. Короче... Бегом я эту зажигаю газ, курицу туда запихиваю, делаю на полную мощность. Но дети минут через 20 приезжают. Но курица-то, конечно, не готова. Сегодня целый день вот так вот. Бряк-бряк, бряк-бряк. Это Ира меня поздравляет. Это Ира. Ира, с которой, помните, я возле магазина встречалась. Так, а еще что-то мне Аришка пишет. Напиши по вкусу, как торт. Понравился ли он или нет. Вот. Потом Аришка говорит, не знаю, как торт повезу.
Я говорю, ну, на тарелке так и повезешь, вы ж на машине поедете, а малой на руках. В общем, короче, кура не готова. Мы сидим, кушаем, покушали салаты, там нарезка, что, то, что это самое. Даже помидоры, вот это то, что я сыр натерла вместе с чесночком и с майонезом, я это не успела сделать. Ну что, как есть, так есть. Но Таня пришла, я сначала говорю, ну что, дети, не знаю когда, давай мы с тобой будем отмечать. Открывай шампанское, будем с тобой пить шампанское. И тут вот приезжают мои дети, поздравляют меня с днем рождения, Костя несет этот торт. И я говорю, ой, как мне хочется вас поснимать в видео, показать вот это все. Торт можешь снимать, нас не надо. Ну ладно, говорю, ну ладно, нельзя, значит нельзя, как хотите. Ну, я фотографии там делала себе. Вот. Костя на хапок это быстренько покушал. Говорит, все, я уезжаю, вы оставайтесь. Орешки с детьми. Вот. Ну, и потом мы уже так как-то ждали, когда курочка эта сготовится. Потом уже собрались кофе пить. И тут опять звонит Костя. Это прошло, наверное, я не знаю, может быть, часа два. Что я сейчас вырвусь, я могу вас завести домой, потому что такси сейчас в эти праздничные дни, предпраздничные, очень дорогое, ужасно дорогое. Так, что еще? Это Аришка. Да, Ариш? Ну? Девчонки, я забыла, о чем я рассказывала. Забыла, о чем рассказывала. Короче, все вот так вот. Бегом. Я даже как в пижаме полдня ходила, я даже говорю, Тань, я пойду хоть какое-нибудь платье одену. Я даже серьги не одела. Все вот так вот бегом. Короче, Костя покушал, уехал на работу. Мы посидели, поболтали немножко. Курица наша сготовилась. Вот, я ее достала. Мы разрезали ее пополам. Нам половинку хватило втроем покушать. Четвером с Максюшкой еще. Мишка не ел. Вот. И половину этой большой курицы я говорю, Ариша, давай забирай. Костя домой приедет, уже у тебя будет готово покушать. Отдала ей нарезку. Отдала салат. В общем, отдала, что у меня в морозилке было там. Замороженные ножки. Чтобы, ну, я не могу, вот, чтобы детки мои ушли и с пустыми руками. Вот. А теперь я вам покажу, что мне подарили мои дети и что мне подарила Таня. Так, еще я хочу почитать вам стихотворение, которое Таня сама написала мне. Галя, твое желание жить, ходить, хотеть далось за этот год немалой кровью. От всей души желаю не болеть, и будущие годы бытия наполнятся надеждой и любовью. Вот так она такие стихи сочинила. Таня мне подарила деньги, они у меня здесь, вот в этом конвертике. Также вот в этом вот красивом пакете вот такое вот мыло с зайчиком. Я его еще не открывала. Это тоже, это Таня вот. Не открывала, потому что оно тут запечатано. Я его очень хотела посмотреть. Давайте мы сейчас вместе посмотрим. Я его открою. Мыть руки, конечно, таким мылом нельзя. Это такую красоту. На нее только надо смотреть. Так, сейчас я разорву. Тут заклеено все. Ой, как оно тут. Оно тут так красиво лежит. Смотрите, на этой самой, на такой вот подложке. Такой милый зайчик в розовой шапочке, беленький такой. Вот такой. А тяжелый такой, слушайте, кусочек мыла такой. Красота такая. Красота. Так, что здесь еще? Здесь в мою коллекцию ангелочков вот такой вот ангелочек. Она его тут привязала к коробке. Таня вообще мастерица. И еще она мне... Вот такого вот гномика сама связала. Вот. Сама связала мне такого хранителя очага.
но мой гномик с глазками. Потому что у нее стоит такой вот гномик на окне. Я всегда, когда иду, смотрю, говорю: «Тань, так люблю твоего гномика, потому что он с глазками». Обычно вот гномики без глазок. Вернее, они с глазками, но они у них закрыты. Ну вот, вот такого гнома она мне связала еще. Вот так вот. А Аришка... Аришка, они мне подарили пижаму, ну и торт, девочки, торт дороже, чем пижама стоит. Как дорого это сделать, торт, это вообще кошмар. Это кошмар. Так, давайте посмотрим пижаму. Давайте, дайте я одену очки, тоже не вижу, где тут разорвать. Где тут разорвать? Что-то оно тут... Я тут начала рвать не там, где надо. Ага. Такую, говорит, хочу тебе подарить пижаму, чтобы она была новогодняя, чтобы у тебя было новогоднее настроение. Так. Штанишки здесь. Надеюсь, она мне подойдет по размеру. Так отсвечивается что-то у меня в очках. Надо очки снимать. Вот такие вот штанцы. Они без карманов. Без карманов, прямо какие-то большие. А может, это я такая большая, только думаю, что я маленькая. Снизу здесь вот такие вот розовые манжеты на серых штанах. Но розовый с серым, конечно, хорошо, красиво. Ну, как-нибудь увидите меня в этой пижаме. Я же теперь дома хожу в пижамах. Сейчас прохладнее, раньше ходила в туниках, а сейчас как-то не так уютно в них, в шелковых туниках. И вот такая вот кофточка. Так. Ой, какая прям как... Ай, какая-то 50-й размер. А что она такая большая? А, ну тут, видите, тут плечо. Плечо, рукав такой цельнокроенный. И на рисуночке олени, и розовенькие сердечки, и солнышки. О, большая, такая свободная. Ладно, когда померю, тогда покажусь. Ну, красивая, мне такая нравится. Я люблю такой вот серо-розовый спокойный цвет. Люблю. Вот одну 50-е купила, когда вот раньше покупала. Ариш, Лена отдала. А эта 50-е совсем, совсем большая. Ну, может, она постирается, потом сядет. Вот так, мои дорогие. Сейчас посуду перемыла. Все убрала, и можно отдыхать. Таня ушла тоже, Костя приехал за детьми, я им собрала сумку с готовым и с сырым, чтобы у них было тоже там на праздник что-то приготовить. Завтра они идут, тоже, говорит, делаю второй торт. Поедем завтра Костиной маме, поедем встречать Новый год, делаю для них торт. Вот. Для них и для себя, в смысле, для нее и для себя, конечно. Вот, так что вот так вот прошел мой день рождения, вот так вот. Больше ко мне никто не приходил. По Вайберу поздравили все мои знакомые, все мои подруги. Люда тоже не приходила, Люда работает. А Вася тоже не приходил. Несмотря на то, что мы с ним так поговорили, что можешь мне подарки не покупать, наличными мне подарить, но это он пропустил мимо ушей. Ну да, господи, 20 лет не поздравлял, чего он будет поздравлять сейчас? Смешно даже, правда? Но я как-то думала, все-таки я надеялась, что после нашего разговора, такого откровенного, я думала, что он появится. Но, увы. Увы, увы, увы. Но это давно уже пройденный этап. Я не переживаю и не расстраиваюсь. Это когда-то переживала. Теперь это уже нет. Ну, чужие люди. Чужие люди. И никто никому ничего не должен. Правда? Поэтому я из-за этого не переживаю. Главное, что все у меня прошло нормально. Ну, вот такая вот я... Можно было тоже... Я не делаю и ничего, но я всегда... Если дети приедут или подруга придет, мне хочется всегда
Всегда покормите. Дурная такая натура у меня. А потом уставшая, всех Новый год, а я думаю, ничего я не хочу уже. Шмяка сегодня целый день возле меня, сколько я делала нарезку, он со мной ел колбасу, все время сидел и меня лапает. Давай, давай мне. Я колбаску раньше не ел ничего вот этого, а теперь вот докторская колбаска ему нравится, куриная. Вот, копченую я ему дала попробовать, палермо тоже съел. А вот то, что я купила, свиную такую вот, как она, корейка или как она называется, такое вот, там сало с мясом, он не стал есть. Понюхал, и это не стал есть. Вот. Курицу потом, когда достала, тоже предложила ему, он немножко погрыз, все, он уже этого не хочет. Пошел гулять на улице, тепло у нас. Тепло, мокро, стрехи капают, дождик капает. Вот такой вот у нас Новый год. Так, девочки, что-то я очень долго заболталась. Надо уже идти переодеться, одеть опять какую-нибудь пижамку, съесть еще кусочек тортика, потому что он очень вкусный тортик. Мы с Таней попили кофе и тортика поели немножечко, по кусочку съели. Таня говорит, я больше не хочу, я предлагала ей еще. Я говорю, а я хочу, но уже потом. Уже потом сначала все уберу, а потом я уже займусь тортиком и отдыхом. Все, мои дорогие, на сегодня все. Да, с наступающим Новым годом! Забыла вам сказать об этом. Не знаю, буду я завтра снимать видео или не буду. Посмотрим, как будет настроение. Как будет настроение. Сегодня оно у меня хорошее. И целый день читаю ваши комментарии. Огромное-огромное спасибо за поздравления, за пожелания. Очень приятно. И вообще, я так рада, что вы у меня есть все. Такие все милые, такие все приятные. Я вас просто очень люблю. Очень люблю. С наступающим, мои дорогие.